Дорогие телезрители, сегодня проходит финал третьей весенней сессии «Что, где, когда, как здесь потрясающе красиво, боже мой, я не могу налюбоваться». Представители команды «Выпуск». Скажите, пожалуйста, когда вы уже выпуститесь? Мы все выпускаемся и выпускаемся. Очень долго выпускаться. То есть в ближайшее время не ждать, да? Будете участвовать еще? Конечно. Кого фоткаешь сегодня больше всех? Самых интересных и азартных. Нет. А это моя бывшая команда «Миссисипи». Скажите, пожалуйста, правда ли, что вы дошли до финала только потому, что я ушла из команды? Да. Подтверждаю. Мы наблюдаем потрясающую картину. Смена поколений ведущих. Скажите, пожалуйста, на что вы готовы пойти, чтобы вернуть себе место ведущего? На самом деле я просто готов убить его, но Уголовный кодекс Российской Федерации мне этого не позволяет. Самое главное состязание, ради которого мы сегодня собрались. По скороговорке, быстренько, раз, два, три. А топ-то копыт или по полю летит? Саша пошла сай, сосала сушку. Вам решать, кто победил, кто лучший ведущий этой игры. Самое грустное интервью на сегодня. Почему вы от нас уходите? Я никуда не ухожу. Не уходите? Нет. А почему вы покидаете пост? А, в данный момент? Да. А, уходим. Ну, мы заканчиваем университет. Я вас очень любила. Это со всеми случается. Мы собрали довольно-таки грамотную команду. Я думаю, то, что она со временем выведет чемпионат на новый уровень. И мы просто будем несколько так направлять, периодически появляться и пропадать. Вот. Но тем не менее будем блести. Итак, по результатам сегодняшней напряженной игры на третьем месте команда «Стратик». Второе место в честной борьбе заняла команда «Смородина». Первое место по значению и важности и уму заняла команда «ББТ». Скажите нам, как игра прошла сегодня вообще? Сегодняшняя игра прошла очень напряженно, особенно финал. Большое спасибо команде «Смородина» за такую борьбу, которая, мне кажется, сделала сильнее и их команду, и тем более нашу, потому что мы не ожидали, что мы пройдем финал. Какое самое важное качество, которым должен обладать знаток? Упрямство, как бы. Терпение, труд, все перетрут. На третий год все получится.